Проблема освоения необрабатываемых земель в Чувашии достаточно острая. Пока попытки ее решить не приводят к желаемым результатам. Кто виноват и что делать, обсудили на заседании правительственной комиссии по контролю и эффективности управления госимуществом республики. В Чувашии 935 тысяч гектаров земель сельхозназначения. 58 тысяч из них никак не обрабатываются. Вот их в оборот идет очень медленными темпами. Более того, с каждым годом гектары неиспользуемых участков растут. Это связано с отсутствием, я буду с вами называть так, как есть, с отсутствием в районах достоверной базы данных по обрабатываемым землям в разрезе каждого земельного участка и каждого землепользователя. При этом следует обратить внимание, что практически 69% необрабатываемой пашни находится в распоряжении муниципальных образований. Причем в некоторых районах этот показатель достигает 90% и более. В Красноармейском, Красночитайском и Порецком районах всеми необрабатываемыми землями распоряжается муниципалитет. Если смотреть вот в оборот неиспользуемых сельхозземель в разрезе муниципальных районов, то видно, что за 15-17 года только 4 района. Это Алатырский, Красночитайский, Чебоксарский и Аликовский увеличили обрабатываемую площадь своих земель. У всех остальных районов динамика отрицательная. Работа по освоению необрабатываемых земель сельхозназначения муниципалитетами ведется только формально, из-за чего местные бюджеты теряют деньги. Необрабатываемые земли в республике находятся на специальном контроле властей и всех надзорных органов. Их цель – не изъятие земельных участков, а эффективное использование. Задача на ближайшие годы – навести порядок с пустующими территориями, повысить ответственность землепользователей, в том числе и с применением штрафов. До 2021 года необходимо освоить все необрабатываемые земли в Чувашии. На заседании правительственной комиссии по контролю за эффективностью управления госимуществом республики обсудили и тему предоставления земельных участков многодетным семьям. Их в Чувашии сегодня 12 тысяч. И практически все стоят на учете для получения земельных участков. Всего за годы реализации нашего закона на кадастровый учет поставили больше 7 тысяч земельных участков. Это 63% от необходимого количества. И на сегодняшний день предоставили земельные участки, получили, то есть они на праве общедолевой собственности 6682 многодетные семьи. Это 58% от общего количества многодетных семей, которые стоят на учете у нас. Вопросы с предоставлением земли многодетным семьям не до конца решены в городах Чебоксара, Новочебоксарск, Шумерля и в Цивильском районе. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.